Дорогие наши друзья, подписчики, помощники, неравнодушные люди, любящие животных. В связи с болезнью Наташи у нас на канале сложилась нездоровая ситуация. Прошу вас, поймите Наташу, она живой человек. Произошел нервный срыв. Не осуждайте ее. Поймите, это тяжелый труд, длящийся годами. Это часть жизни. Чтобы прийти в себя, ей надо время. Но у нас с вами нет времени. Мы не можем ждать. Животных надо кормить каждый день. Они нуждаются в нас, в вашей помощи, поддержке, в нашей заботе, уходе и любви. В приюте много щенков. Их нужно кормить правильно, пристраивать, искать дом. Более 200 собак ждут еду каждый день. Требуют ухода, уборки, выгула. Наши особенные собаки, находящиеся в Калужской области, на передержке, конечно, получают и еду, и заботу, и уход каждый день. Но нам не выжить без вашей поддержки и финансовой помощи. Многие нуждаются в медицинском уходе. Поверьте, это немалые затраты. Мы очень нуждаемся в вас. Наших личных финансов, к сожалению, не хватит, чтобы обеспечить собачек полностью. Я прошу вас, просто умоляю, помогайте, присылайте малую толику в общее дело. Все ваши денежки идут только на собачек. Верочке нужны санитарные обработки лапок и памперсы обязательно. Вы видите, как она скачет на попе? Для прогулки ей обязательно нужно одевать памперс, чтобы защитить пяточки и ножки, и попу, самое главное. Милочке нужны специальные пенки для обработки, пролежней, чтобы не было. У Марфуши проблемы с ЖКТ. Нестабильный стул, ежемесячно покупаем ей лекарства, чтобы поддерживать ее в стабильном состоянии. К сожалению, здоровье ее подорвано. Снежи подбирали еду так, чтобы она не голодала. То есть мы ее кормим 3-4 раза в день. И в то же время скинула лишний вес, потому что слишком была перекормлена, что не давало ей возможности гулять, передвигаться полноценно, чтобы потом у нее начались другие какие-то проблемы. У нашего лапочки Ярика наконец зажила ножка после операции, на которую вы собирали деньги. Лапка зажила, он на нее стал даже опираться. Повязку мы надеваем ему скорее для того, чтобы просто он осенью, весной не занес грязь. А так он на лапку наступает и прекрасно себя чувствует. Лепочка и Шарик, хоть и инвалиды без передних лап, но чувствуют себя хорошо, кушают хорошо, играют и живут полноценно. И все это благодаря только вам, вашей помощи, поддержке, вашим перечислениям. Пожалуйста, не бросайте нас. Не оставляйте ребят без заботы и помощи. Каждый рубль идет на благое дело, на наших маленьких особенных деток. Спасибо Маше и Дене, что стараются делать ролики, посты о нас. Помогайте, не оставляйте нас на лечение, на корм собачкам, передержки. Собаки очень будут благодарны вам. Они преданы и любят от всей души. Не за деньги, а просто потому, что их любят и поддерживают такое большое количество подписчиков. Спасибо вам. Огромное спасибо от всей души.